сделаем необходимые настройки ВКонтакте. Напомню, у нас есть группа «Магазин дизайнерской одежды CloseB24». В материалах курса будет ссылка на инструкцию о настройках ВКонтакте для сквозной аналитики. Покажем настройку ВКонтакте по шагам. Проверим основные настройки группы и укажем в нужных местах телефонный номер, адрес электронной почты и UTM-метки. Сейчас в группе указаны общие контакты компании. Если клиент позвонит или напишет по e-mail адресу, сквозная аналитика не сможет правильно определить источник обращения и укажет в качестве канала прочий трафик. Сделаем необходимые настройки. Для начала укажем основную контактную информацию и статус группы. Напомню, посмотреть номер, который мы выделили для ВКонтакте, можно в пункте Call Tracking сквозной аналитики. Укажем ссылку на сайт обязательно с UTM-меткой. Укажем e-mail и номер телефона в описании группы. Настроим кнопку действия. Настроим на кнопку «Звонок в компанию». Перейдем к кнопке «Написать сообщение». Так как ранее мы подключили открытую линию к ВКонтакте, все сообщения из ВКонтакте автоматически попадут в CRM Bittrex24. Сквозная аналитика определит источник обращения. Дополнительные настройки не требуются. Блок ссылки. Так как у нас есть и лендинг, и сайт с каталогом одежды, добавим две ссылки в этот блок, обязательно с UTM-метками. Отредактируем блок «Контакты». Нажмем «Редактировать контакт», укажем e-mail и номер телефона. Готово. На этом настройки группы заканчиваются. Отдельно расскажем про публикации в ленте и про рекламу во ВКонтакте. Как делать публикации в ленту сообщества? Если в публикациях в ленте вы используете ссылки на сайт или лендинг, не забывайте также включать метку UTM Source. Пример на нашей закрепленной записи. Не забывайте в публикациях указывать выделенный номер телефона и e-mail адрес. Как делать разметки рекламных объявлений? ВКонтакте у каждого рекламного объявления может быть ровно одна ссылка.
Важно добавить UTM-метку в ссылке в каждом объявлении вашей рекламной кампании. Так сквозная аналитика сможет однозначно определить источник перехода и обращения, вы получите правдивые отчеты.